У юных первоуральцев в эти выходные была непростая задача – собрать квадрокоптер и научить его выполнять сложные операции. Воспитанники кванториума ЧТПЗ впервые участвовали в региональных высокотехнологичных соревнованиях. Я сейчас подключаю двигатели для того, чтобы потом их настроить и откалибровать квадрокоптер. В соревнованиях хакатона участвуют школьники от 12 до 15 лет. Из Екатеринбурга, Первоуральска, Полевского, Верхней Салды. Их всех разбили на экипажи и выдали конструкторы, из которых нужно собрать дроны. Затем установить механизмы, платы, моторы, датчики навигации. На следующем этапе юных механиков, программистов, летчиков и командиров экипажей вывели в условное поле, чтобы на собранных летательных аппаратах пройти трассу и с помощью датчиков обнаружить места условных экологических аварий. Хакатон «Геодрон» – соревнования для разработчиков, в которых, как правило, сообща решаются какие-либо задачи. В этот раз выбрали экологию. Так, с помощью дронов в будущем планируют выявлять лесные пожары и наводнения, а также складирование опасных отходов. Воспитанники Первоуральского технопарка «Кванториум» на трассу вышли впервые. Признаются, что пока есть над чем работать. В соревнованиях подобных мы участвуем первый раз. Мы приехали в первую очередь за опытом, не за победой. Но я считаю, что наши дети выступили очень достойно.